Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Репортеры». Я ее ведущий Алексей Коноплев. Сегодня у меня пара новостей. Веселая и страшная. Начнем с хорошего. Самарские пешеходы сегодня переходили дорогу в сопровождении огромного медведя и быка. Причем ростовые куклы устроили настоящий цирк. Постоянно пытались нарушать, перебегали в неположенном месте и лезли через ограждение. Госавтоинспекция пошла на такой креатив, не от хорошей жизни инспекторы радеют за правила дорожного движения. За 2 месяца в Самарской области погибли 42 пешехода, а пострадали больше 100 человек. Причем в авариях чаще всего виноваты те, кто переходил дорогу. Самарцы готовы дать им пример. Пока шла акция, ни один человек не нарушил ПДД. Ну вот останавливают, но я убегаю. Пытаюсь перелезть, не дает. Да, забавно, мне кажется. Это очень занимательно для пешеходов, чтобы обращали внимание. Ну мне всего 40 лет, хочу до 80 дожить. Вот и все. Вот одно правило. Водители, они более дисциплинированные пешеходы, мне кажется, потому как каждый водитель сталкивается с этой проблемой постоянно, поэтому не хочется других водителей подставлять или как-то создавать аварийную ситуацию. А вот житель села Чернореченск Волжского района не боится ходить по дорогам. Куда страшнее для него стены собственного дома. На днях мужчина обнаружил там жуткую находку. Такое даже в страшном сне не представишь, возмущается житель дома напротив. Пока идет стройка коттеджа, который в поселке уже окрестили злополучным, хозяин недостроенного дома живет у этого соседа. На днях мужчины почувствовали запах гари, выбежали во двор и увидели, как из окна дома валит дым. Тут же бросились смотреть, что случилось, забежали на второй этаж и чуть не посидели от ужаса. На полу они увидели труп. У погибшего был проломлен череп и обожжена большая половина тела. Убийцы, говорит следствие, видимо, хотели уничтожить улики, но не успели. Погибшим оказался строитель коттеджа. Владелец нанял его на работу почти год назад. Помощника нашел по объявлению в газете. Телефон был, как говорится, не знаю, там где родители, где этот прораб, бригада, и это, ну, как это строит это. Вот он нанял все, вот так вот он его и узнал. И тут они где-то с ним встретились, и только у тебя подработать ничего нет. Да есть у меня вот так, и все. Вот он дом почти не делал ничего, он бухал постоянно. Кто сами подумает, где он сейчас употребляет какие-то напитки, по-любому где-то что-то какое-то, это, ну вот, по-любому, как притомчик становится. Владелец дома работает вахтовым методом и практически не появляется в поселке. В строящийся дом часто наведывались гости. По словам местных жителей, неладное происходило и в день пожара. За несколько минут до того, как вспыхнул огонь, из дома вышли 3 мужчин, сели в машину и уехали в сторону Самары. Подробности жуткой истории выясняют следователи, а владелец строящегося коттеджа страдает от бессонницы и уже задумывается о продаже этого дома с дурной славой. Остается пожелать, чтобы дома вас, дорогие телезрители, ждали только приятные сюрпризы. На сегодня все. До завтра.